motherfucker. В смысле, нас кто-то толкнул? Что такое? Почему? В общем, страшно было. What's up, ребятки? С вами канал Allegameless, Payne Rack, это Subnautica, игра, про которую вы и так все знаете. А мы продолжаем. В прошлый раз мы остановились на том, что, отправившись в поисках... В прошлый раз мы с вами искали подводную базу. Мы нашли какое-то огромное дерево, и за ним был провал еще глубже. И мы отправились туда. Мы попробовали пробраться туда на нашем мотыльке, но мотылек, к сожалению, так глубоко не погружается. Плюс возросла температура, это очень печально. Ну и мы отправились с вами за костюмом крабом. Костюм краб имеет большую погружаемость под воду. Вот, собственно говоря, мы его взяли. И когда мы плыли, искали, плутали, где же это дерево у нас находится. Мы, в общем, приплыли вот сюда. Я нашел какую-то лабораторию. Я вряд ли в ней был. И она инопланетная, а компьютер мне выдал аудиосигнал. Вот, обнаруженная планетная передача. Языковой анализ завершен. Осторожно, внутри содержатся опасные материалы и формы жизни. Похоже, это инопланетное сооружение рухнуло на дно. До этого момента было все прикольно, но есть одно но. У меня просто рыбы плавают внутри подводной лодки. А в остальном все хорошо вообще. Все very wonderful. На самом деле, меня просто что-то толкнуло так, что мою лодку развернуло. Я теперь ссу, короче, туда выходить. Ну а что делать? Пойдем вниз. В общем, на выход, ребят. Сейчас как на исследуюсь. Я спускаюсь. Офигеть. Вообще, на самом деле, очень жутко и страшно. Я вообще не люблю такие вот, знаете, моменты. Нам типа говорят, что туда внутрь можно попасть. Давайте искать вход. Так, я просмотрел вот эту часть. Здесь все. Вот же вход, рамочка. Блин, давай. Подплывай. Охренеть, ребятки, мы внутри. Мы здесь. Мы в этом здании. Мы в этой штуке непонятной. В общем... Инопланетная база. Вопрос только, что с ними произошло. Межкомнатные перегородки в этой секции значительно усилены, указывая на то, что проектировщики хотели либо не допустить кто-то внутрь, либо удерживали это внутри. Каким бы ни был их намерение, им явно это не удалось сделать. В общем, стенки этой лаборатории, как выясняется, что это уже лаборатория, потому что, ну, в принципе, здесь все инопланетные комплексы — это лаборатория. Мне кажется, они исследовали болезнь какую-то, которая у нас тоже есть, и название ее Хара, по-моему. Что у нас? Какой ключик требуется? Мы же какой-то ключик брали, да? А у нас ключи где? А у нас ключи в подводной лодке. Ладно, сейчас быстренько метнемся в подводную лодку за ключиком. Сейчас мы ее поставим, посмотрим, что там. Отлично. Какой-то компьютер. Терминал базы данных. Загрузить. Открыты новые данные по исследованию образцов. Каталог информации об организмах, ранее находившихся в этом комплексе. Часть записи была переведена. Небольшая травоядная гамма. Эта запись, по-видимому, описывает обычного пескуна. Не при воздействии фермента 42 наблюдается временное ослабление симптомов. Эмбрионы левиафана. Взрослая особь слишком велика для изучения в изоляции. Из мест гнездования получены образцы яиц. Эмбрионы не проявляют признаков иммунитета. Смерть обычно наступает в течение 3 недель. Небольшое количество яиц было сохранено для будущих высокоприоритетных исследований механизмов эмбрионального развития левиафана. Большое плотоядное тета. Для изучения останков создана местная лаборатория. Проявляет некоторый потенциал невосприимчивости к инфекции, но физических останков оказалось мало для полного воссоздания. Интересно, это, наверное, вот эти вот огромные твари, короче, скелеты, которые лежат, они их тоже исследовали. Неизвестный левиафан. Обозначение морской император. Морской император, мать его. Особь была поймана для изучения в специально построенном изоляционном комплексе, находящемся вместе с высоким вулканической активностью на глубине
Оценка, несмотря на то, что император вряд ли во все еще находится в этом комплексе, вполне вероятно, что там удастся получить дополнительные данные касательно их наработок в производстве вакцины. Все ясно инопланетяне. Значит, что они делали? Они... Давайте для тех, кто не в курсе, короче, что здесь происходит. Итак, ребятки, садитесь поудобнее. Сейчас я вам расскажу очень херовую историю, потому что пересказчик из меня так себе. В общем, как мы до этого докатились? Мы летели, нас сбили, мы упали. Это если вкратце. Надо валить отсюда. Для этого нужно построить ракету. Мы строим ракету, короче, все нормально. Параллельно ищем оставшихся членов экипажа. Никого не осталось, мы единственные. Нам типа говорят, вы заражены. Все, бактерия какая-то. И мы, короче, все. И не можем улететь с планеты, понимаешь? Мы вызвали подкрепление. И когда оно прилетело за нами, его тоже уничтожили. Уничтожила инопланетная какая-то пушка. Когда мы начали изучать, что это за строение, что это за пушки такие, мы выяснили, что здесь некая есть болезнь. И планета защищена. Она никого не впускает, чтобы не распространить болезнь. И не выпускает, чтобы распространить болезнь. Болезнь здесь настолько распространилась, что она половину биома уничтожила просто. Мы сейчас должны с вами найти вакцину. Да, здесь были, короче, инопланетные формы жизни, и они тоже занимались тем, что они изобретали вакцину. Так что вот такая вот тема. Они тоже были больны. Но, походу, они ее не смогли изобрести. Что ж, будем дальше исследовать. Очень все сложно, я пока проникся в это все. Игра очень интересная, очень захватывающая. Многим рекомендую, кто не играл, но кто любит прям хороший сюжет, вот это вот прям она. Офигеть, это чье-то яйцо. Передовые теории. Яйцо морского дракона. Химически стерилизовано. Пытались изучить процессы складывания яиц и инкубации. Для каких целей, не ясно. Если не ясно, для каких целей. Там же сказано было, что они искали противоядие. И что вроде бы как у взрослой особи есть какие-то там ферменты. Отлично, короче, смотри, они тут все изучали. Они все изучали. Они, короче, изучали скатов. Интерес игры подкрепляется тем, что вы постоянно здесь узнаете что-то новое. То есть здесь не просто какая-то вам экосистема, биом какой-то с какими-то тупыми созданиями. Здесь прям вот история про каждое существо отдельно. Отлично. Отчет о повреждениях. В пределах периметра комплекса обнаружен левиафан. Приближается с высокой скоростью. Внешний якорный канат получил мощный удар. Внешняя якорная система потеряла устойчивость. Комплекс тонет. Столкновение с морским дном обнаружено. Пробоины в блоке 7 изолятора. Яйца левиафана. Запущен протокол немедленного уничтожения особей. Уничтожено 314 особей. Одна особь пропала без вести. Эвакуация персонала святилища. Запущен протокол планетарного карантина. Предупреждение. Зараженные особи не должны покинуть планету. Нихера, короче. Прикинь, гуманошки, короче, что замутили. Они, походу, этот вирус сюда и привезли. Все, я теперь понял. То есть и они сюда прилетели. Офигеть. И привезли с тобой вирус на эту планету. И начали изучать. Походу, они искали противоядие, я так полагаю, от этого вируса. И, походу, что-то у них пошло не так. Хера там огромная какая-то штука. Что это такое? Что это такое? Офигеть. Биологические останки свидетельствуют, что коренные формы жизни доставали сюда и подвергались интенсивному изучению. Охереть. Охереть, ребята, это просто, это чума какая-то, это... Я тебе кричу, я прям пипец как круто вообще, прям...